Здравствуйте! Добро пожаловать на канал MyLaOpt. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор пищевого красителя «Зеленый». Мир 21 века украшен многочисленными красками. В нем мы наблюдаем красочные вывески и яркую неоновую продукцию в магазинах. Заходя в кондитерскую лавку, мы видим радугу цветов на пирожных и тортах. Все это раскрашивается специальными красками, которые берут начало из натуральных пищевых красителей. Красители добываются из органических компонентов, которые не обрабатываются и не очищаются химическими ингредиентами. Все цвета и оттенки являются созданием самой природы, полностью натуральные. Свойства применения пищевых красителей таково. В мыловарении, когда вы варите мыло прозрачными слоями, краситель сделает каждый слой прозрачным и яркого цвета. При окрашивании масок для волос, шампуней и гелей для душа, чтобы придать товарный вид изделию. Также используют мигрирующий краситель в производстве детской декоративной косметики. Для создания плотного цвета мыло ручной работы применяют краситель с белой мыльной основой. Также подойдет производство кремов для тела, бомбочек для ванн, если вам необходим сочный цвет косметического препарата. Вот такой бутылочке мы отправляем пищевой зеленый краситель нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!